уважаемые любители российского футбола, особенно болельщики Владикавказа и Калининграда. В прямом эфире самый запад России, где на одноименном с городом стадионе все готово к началу центрального матча 17-го тура. На финише первого круга МЛБ первенства России по футболу среди команд первой лиги встречаются лидеры турнира Балтика и Алания. Как начать атаку? Каким образом? И вот мяч уже в штрафной калининградской Балтики. Прострел. Штанга. Еще будет удар. Нет, больше удара не будет. Мяч выводится за пределы поля на угловой. В свободной зоне один оказался Кленкин. Развернулся, подумал, отдал налево на Гузину. Гузина в штрафную, доставка. И даже в площадь ворота. Вот удар. Гол! Это кто такой? Это ли не Владислав Лазарев? Оказался в том месте, где и нужно было, и нанес этот удар. Точную цифру пока вам сказать не могу. Мусаев. Мяч штрафной. Под правой ногой. И вдали направлялся. Отскок мяча. И второй в сетке. Владикавказской команды. Это Гузина. И это ошибка Солдатенко. Это ошибка Ростислава Солдатенко. Как у него так мяч выпал из рук. Первое же касание мяча у него получилось полезное. И второе тоже. С мячом Лазарев налево скинул на партнера. И Маляров пробивал в дальний. И вот сейчас блестяще сыграл Ростислав Солдатенко. Откровенно Дудиев сейчас вошел в ногу Мазурину. Свисток уже был. Это Георгий Биани. Удар и мяч в сетке. 2-1. Какое исполнение. Как творчески подошел к этому эпизоду Николай. И это когда точно и по мысли, и красиво по исполнению. Балтика одержала победу в этой битве лидеров со счетом 2-1.